Добрый вечер, дамы и господа. В эфире программа «Пресс-клуб». Я Геннадий Кацов. Рад приветствовать вас в нашей передаче, как всегда, вечером в воскресенье. Сегодня мы рассмотрим основные темы прошедшей рабочей недели трудовой, начиная с понедельника. И я хочу представить гостей нашей программы сразу же. Рядом со мной Давид Гай, писатель, журналист. Давид, приветствую вас. И Алекс Якубсон, журналист и блогер. Алекс, приветствую вас. Ну что, давайте сразу начнем. Тем у нас, я надеюсь, мы все их успеем осмотреть. Пять. Понедельник. Европейские лидеры Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Дэвид Кэмерон, Маттео Ранци и президент США Барак Обама собрались в понедельник в Ганновере для обсуждения важнейших вопросов международной политики. Судя по итоговым заявлениям, сделанным на пресс-конференции канцлером Ангелы Меркель, повестка неформальной встречи была ожидаемой. Сирия, Ливия, борьба с группировкой «Исламское государство», миграционный кризис в Европе и конфликт в Донбассе. Позиция Германии, США, Великобритании, Франции и Италии по данным вопросам известны и неизменны. Но создавалось впечатление, отмечают обозреватели, что целью встречи стало не столько очередное обсуждение ранее согласованных позиций, сколько демонстрация единства и гармонии в трансатлантическом партнерстве. Алекс, что, удалось показать единство и партнерство? Ну, удалось-то удалось. Кстати, вот насчет неизменности позиции была резолюция, как бы резолюция французского парламента, и она, естественно, российскими, там, пророссийскими средствами информации была такой подана, что это, мол, весь французский парламент, как в конце большинством, недели, уже пару дней назад, значит, проголосовал за, рекомендовал отменить санкции против России по поводу там Крыма и Донбасса. Правда, из примерно там полусотни членов французского парламента проголосовало за эту резолюцию всего 55. То есть, видимо, там даже кворума не было. Ну, вот. Понимаете, ну, вообще вот я вспоминаю еще пару лет назад, когда начались дела в Украине, кто-то сказал, и Обама приехал в Прибалтику и сказал, типа, вот, Украина, это еще ладно, если Путин посягнет там на Эстонию, например, мы ему покажем. И кто-то шутил, что если после этого Путин посягнет на Эстонию, то Обама приедет в Латвию и скажет, что Эстония ладно, а если он посягнет на Латвию, тогда мы ему покажем. Вот, вот, например... Понимаете, в конечном итоге, как, что называется, чем бы друзья не тешились, точнее, друзья милые бронятся, только тешатся, какое-то единство будет найдено. Но вот, например, в отношении Сирии. Скажем, Обама, тут, понимаете, опять же, зависит от того вообще, с какого угла смотреть на то, что люди делают. Я смотрю, Обама выступает и говорит «no ground troops in Syria», то есть не будет наземной операции в Сирии. Но тут же сообщается, он заявил о посылке примерно 250 специальных, ну, членов специальных сил американских, там морпехов или кого-то спецназа американского, для в основном тренировки сирийских повстанцев. Но, с другой стороны, это все-таки не войска. Это не войска, но вот понимаете, просто... И как бы Ангела Меркель говорит, что главное как бы способ урегулирования не военный, а политический. То есть это все, понимаете, если с одной стороны посмотреть, Обама оказывается из них самый главный ястреб. С другой стороны, если посмотреть на это с точки зрения сирийской оппозиции или Украины, Обама оказывается голубь на грани предателя. Вот. Я думаю, что это такая была довольно промежуточная встреча. Просто у меня замечание вот по поводу этого заявления, что, скажем, когда Меркель говорит, урегулирование в Сирии должно быть чисто политическое, мы еще об этом скажем по поводу отношений Запада, там, НАТО и России, что Запад, ну, очень не хочет втягиваться в серьезные противостояния. Ни с Россией, ни даже вот в такую прокси-войну, войну по доверенности, как в Сирии, где как бы напрямую мы не сталкиваемся, но мы поддерживаем разные группировки. Россия поддерживает пока еще находящуюся власть Асада, мы поддерживаем оппозицию. Но вот, понимаете, когда одна сторона себе связывает руки такими заявлениями, что мы не хотим серьезно влезать, мы не хотим войны, мы хотим политического урегулирования, а вторая сторона может в любой момент влезть и все что угодно разбомбить, то трудно справиться, как бы первой стороне со второй очень трудно справиться в этой ситуации. Поэтому это такая промежуточная была встреча. Да, Давид. Обама не предполагал, видимо, и в первую свою каденцию, и во вторую, делать Европу приоритетным направлением своей деятельности внешнеполитической. Больше он смотрел на проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые другие. Но ситуация в Европе так резко поменялась после агрессивных действий России, то
вольно-невольно приходится реагировать. И его поездка в Лондон, вот она была, видимо, ключевой в этот момент, гораздо более важной, очевидно. Накануне, перед поездкой в Германию. Да, Ганноверская встреча — это скорее такой, ну, протокол, демонстрация намерений, но не более того, улыбались, похлопали друг по плечу, и, в общем, ничего особенного там не было. Слова. Вот. А в Англии серьезно, у Камерона очень большие проблемы, потому что Англия, он пытается, и Обама следует, помогает ему всячески, следуя в этом же направлении, оттащить английских парламентариев и вообще Англию от идеи, видимо, совершенно неконструктивной, выйти из, значит, ЕС. Это действительно удар будет очень большой по Содружеству Европейскому. Есть проблемы у всех. Есть они у Оланда, есть они у Ренца и так далее. Но, скажем, у Меркель проблем больше, чем у других. Во-первых, ситуация с беженцами. Она, видимо, все-таки сделала несколько поначалу очень таких гуманных и вполне понятных заявлений, но они не корреспондируются с реальностью. Ну и, наконец, совершенно, на мой взгляд, кошмарная ситуация, когда немецкая, канцлер Германии провоцирует судебное разбирательство, связанное с тем, что известный немецкий комик по телевидению прочитал, значит, какую-то там поэму, которая якобы очень резко оскорбила Эрдогана, да? Об Эрдогане. А с Турцией у нас такие отношения. Турки строили Германию после войны и сейчас. Сейчас вот ситуация с беженцами. От турок очень много зависит. Хоп, давайте проводить судебный расследование. Где это видно? В такой стране, как Германия, наказывать за свободу слова? Я вообще, когда прочитал, я не поверил. А вы, кстати, Давид, вы читали перевод, о чем написано? Ну, читал. Там же написано масса правдивых вещей об Эрдогане. Правильно, ничего там, это Ашонг. Ашонг правдивый или неправдивый, но это его право так писать. Да. И вдруг Меркель санкционирует. Конечно, ему ничего не сделают, никаких этих самых санкций не будет, никто его не посадит и, наверное, даже не оштрафует, но сам этого самого комика, но сам факт. И вот Обама, как, так сказать, некий заморский, ну, голубь не голубь, но, так сказать, миролюбивый посланец, приехал, так сказать, в общем, поулыбались, все нормально. Но что интересно, в той же Германии к Обаме относятся, при всем при том, с симпатией. С симпатией относятся, безусловно. А хотя симпатий этих стало меньше. Скажем, трансатлантическое содружество, вот то, что провозглашалось, договор и так далее, прежде всего в области экономики, 2 года назад воспринимался с большим энтузиазмом в той же Германии, чем сейчас. Немножко разочарованы немцы. Ну и так далее. Но, понимаете, тут ведь очень важно оценить потенциал Соединенных Штатов. Всем очевидно, и Обаме в том числе, естественно, или в первую очередь, как президенту, отнюдь не хромой утки. Никто слово хромой утки, сочетание хромая утка, применительно к Обаме второму сроку не применяет. Никакой хромой утки нет. Он по-прежнему активен. Это, в общем-то, такой позитивный момент. Он понимает, что Россия усиленно самоизолируется, закрывает шлюзы, как задраивает Кингстон. Все, что хочешь, так сказать, она делает для того, чтобы быть в автономном плавании. И из этого автономного плавания, из-под воды или откуда угодно, с воздуха, с космоса даже, грозить Западу и Соединенным Штатам. И не случайно Пентагон получает бюджет на 2017 год на деньги на оснащение военных подразделений и переоснащение техники, обучение натовских войск в Европе увеличится аж в 4 раза. 3,4 миллиарда. Пусть небольшая сумма, но все-таки в 4 раза. Понятно, что Путин не дремлет и нужно ухо держать востро, как говорится. Вот вам ответ. Ну а чисто протокольные вещи, ну, я бы не стал на них особенно обращать внимание, потому что у всех свои проблемы, но все прекрасно понимают, только вместе они могут что-то делать. С учетом, это очень важная вещь, что в Европе резко активизировалась деятельность левых всевозможных, националистических и прочих партий.
И не без руки Москвы, безусловно. Рука Москвы там шурует вовсю, особенно в Германии. Не только Роскомнадзор, и кошелек поддерживает финансово. И это тоже надо иметь в виду. А кошелек-то будь здоров. Сейчас вот только буквально в пятницу я прочитал в интернете, что в Германии началось серьезное расследование, как эти самые кремлевские бонзы уходят от санкций через подставных лиц, через детей, перепродажи имущества и так далее, и так далее. И там уже идет опять расследование, называется бывший министр Юсупов, его сынишка, там деньги куда-то переводятся. Это, как говорится, не Ралдугин, это, может быть, в меньшем масштабе, но это очень болезненно для немцев, которые видят, что их обманывают натуральным образом. Это тоже имеет значение. Ну и, ну ладно, я... Алекс, позже, ну поскольку вы упомянули по поводу Сирии, кстати, вот в Сирии было перемирие, но я, насколько понимаю, оно, в общем-то, оно уже прекратилось практически всю эту неделю, причем была статья большая, подробная, я говорил о ней в одной из своих программ, в «Нью-Йорк Таймс» о том, что, в общем-то, вот этот разбомбленный госпиталь, который разбомбили в четверг, там погибали люди и так далее, причем россияне, они говорят, что да нет, мы все делаем очень осторожно и так далее, но это именно правительственные войска при поддержке России все это бомбят. То есть на самом деле, как потом можно вести переговоры где-нибудь там во Франции, да, если под эгидой ООН? Трудно, а потом люди удивляются, почему в оппозиции появляются, соответственно, ИГИЛы, Нусры и прочие люди, которые там прыгают на трупов побежденных там асадовских солдат и едят их сердца. Ну, вот поэтому и появляется, что... Знаете, то, что я сказал 5 или 10 минутами раньше, что когда одна сторона позволяет себе все, что угодно, а у другой, причем добровольно связаны руки за спиной, то трудно здесь как-то справиться. И Западу, видимо, придется решать идти на какую-то серьезную конфронтацию, в том числе, возможно, и с Москвой, чтобы, ребята, прекратите это и скажите Асаду, чтобы его войска прекратили, иначе все сорвется. И тогда уже, понимаете, 5 лет идет эта война, начиная с полугода, если не раньше, как она началась, везде там, BBC, CNN, везде, вот я смотрел постоянно заголовки, сирийцы говорят, мир нас предал. ООН, все, вроде бы там почти все были готовы голосовать за всякие санкции, антиасадовские меры, вплоть до, возможно, там и бесполетных зон и всего такого. Россия и Китай становятся против, и ничего с этим не сделаешь. Тут как под плетью обуха не перешибешь. Значит, нужен свой обух. Где его взять? Запад сейчас, как я уже сказал, не очень хочет этой конфронтации, но если на нее не пойти, это будет как, примерно как в Боснии, когда было там Сребреница, Сараево, Шибеник, Дубровник и так далее. Значит, что-то делать надо. А поскольку корень-то проблемы лежит, увы, в Москве сейчас, то опять же это все, как бы все дороги идут в Третий Рим. Если можно, пару быстрых замечаний. Вот, во-первых, что касается этих соглашений трансатлантического, транстихоокеанского, я за них полностью за. Но люди типа Трампа, Круза, Берни Сандерса выступают против, в том числе потому, что там много, большая часть как бы, соглашений этих, они в тайне держатся. Их текст не выпущен, насколько я понимаю, для всеобщего знания и обсуждения. И это как бы проблема, которая увеличивает скептицизм и в Европе, и там в Восточной Азии. Во-вторых, что касается судьбы ЕС. Ну, во-первых, есть страны, которые не члены ЕС, типа Норвегии, Исландии, Швейцарии. То есть мне бы не хотелось, чтобы Англия уходила из ЕС, но это их как бы решение. Я думаю, что политически Англия останется такой же, даже, может, еще более решительно. Тем более, что в России все всегда были убеждены, что именно Англия англичанка гадит, как еще Иван Грозный сказал. Сам же задружился с Елизаветой Тюдор, сам же потом начал обижаться на что-то. Вот. И к тому же, есть, во-первых, если Англия выйдет, то Шотландия проведет референдум за независимость, наверняка скажет «да» и войдет в ЕС. Это немножко скрасит позицию. Пару недель назад в Сербии были самые последние.